Итак, уважаемые коллеги, я с большим удовольствием, во-первых, приветствую всех собравшихся в этом зале, во-вторых, нашего сегодняшнего гостя, причем такой двойной хороший, приятный повод. С одной стороны, я думаю, вы о нем скажете, это вот начало большого плотного сотрудничества с газетой «Республика Татарстан», а второй еще нельзя забывать, что буквально через два дня день российской печати, да, тоже хороший повод для того, чтобы поговорить о ней основательно, плотно и с человеком, который непосредственно работает, что называется, в российской печати, возглавляет парламентскую газету нашей страны. Александр Владимирович Каренников. Под ваши бурные аплодисменты я передаю ему слово. И как раз, да, действительно, про это вопрос. Почему и чем он вызван, сразу поясню. Я тоже не сторонник того, что это все умирает. Мы все умрем, да, скоро будет одно сплошное телевидение, не будет ни театра, ни книг, ничего, да. Но все же, да, есть такая позиция в обществе, особенно в молодом сознании, о том, что вот печатка, принт, они уходят. Уходят тяжело из этой жизни, да, болезненно уходят. Что с вашей точки зрения происходит сегодня с печатной прессой? Почему и что ее ждет в ближайшем, хотя бы в ближайшем будущем, с вашей точки зрения, как человека непосредственно, в том числе работающего и с печаткой? Ну, начну с того, что присоединюсь к поздравлениям всех коллег и молодых, и более опытных и зрелых журналистов. Я поздравляю с Днем российской печати. Как вы помните, этот день, он приурочен к выходу в Петербурге уже много-много лет назад первой российской газеты, которая называлась «Ведомости». Да? И тогда, собственно говоря, других средств массовой информации не было. Это было первое издание. Потом в советские времена у нас появился отдельно День печати, если не ошибаюсь, 5 мая. Отдельно был День радио 7 мая, который отмечали радищики и телевизионщики. Да? Вот. А потом уже в новейшие времена, в постперестроечные, мы вернулись к празднованию Дня печати в день выхода первой российской газеты «Ведомости» в Санкт-Петербурге. Вот. Что происходит? Мне кажется, что сейчас разделять наши профессиональные праздники на День печати, отдельно День радио, День телевидения, может быть, там со временем кому-то придет идея организовать День блогера, День социальных сетей, мне кажется, все это неправильно. Да? Должен быть один праздник у всех журналистов, потому что вся журналистика сейчас и все средства массовой информации в эпоху конвергенции движутся к некой унификации работы. Да? И сейчас газетчик становится не просто газетчиком, а он может стать, называть себя блогером, потому что использует разные платформы. Он может называть себя телевизионщиком, потому что сейчас многие люди, которые начинали как газетные журналисты, но работают с видеоконтентом и снабжают свои текстовые материалы либо фото, либо видеофрагментами. Это сейчас нормально, это то, что современный журналист должен уметь делать и то, что он должен использовать регулярно в своей работе. Значит, это я подвожу к мысли о том, умирает или не умирает традиционная пресса, да, традиционная журналистика. Вы знаете, вот я... Поскольку мы в такой академической аудитории находимся, да, можно немножечко так мыслью по древу растечься. Я привожу такой пример. Многие из вас были на экскурсии в Великом Новгороде, наверняка. И в качестве сувенира из Великого Новгорода наверняка привозили себе кусок бересты с надписью «Привет из Великого Новгорода». Это сувенир, который вот берестяная грамота, привет из Великого Новгорода, который мы привезли и повесили у себя на стене. Что это такое? Это платформа, которая несет информацию о том, что я побывал на экскурсии в Великом Новгороде. Да? Тысячу лет назад береста была основным и единственным источником и способом распространения информации, единственной платформой, которая несла информацию о торговле, какие-то новости, какие-то обязательства, которые заключали между собой люди. Прошла тысяча лет, берестяная грамота как носитель информации не исчезла, просто ее функция изменилась. Да? Примерно то же самое, если вот так рассматривать какие-то глобальные процессы, примерно то же самое происходит и с традиционной, ну в данном случае, скажем, с бумажной прессой. Да? Еще какие-то 30 лет назад бумага была единственной платформой, на которой мы, журналисты, распространяли свою информацию.
А за последние 30 лет произошли в медийном пространстве глобальные изменения, которые связаны в первую очередь с бурным развитием сети интернет. И перед нами стоит выбор. Либо мы посыпаем голову пеплом и соглашаемся с тем, что да, бумажная традиционная пресса умирает, потому что падают тиражи, падает подписка, падают продажи и так далее. Это очень плохо. Можно сколько угодно там, на это сетовать, ругать блогеров, которые отнимают у нас аудиторию, ругать телеграм-каналы, которые отнимают у нас рекламу. Да? Вот они такие нехорошие, а мы такие все из себя замечательные, сторонники классической журналистской традиции, а давайте государство пускай нас поддержит деньгами, а давайте мы запретим что-то там делать блогерам, а давайте мы что-то запретим делать соцсетям, и все будет тогда хорошо, как раньше. Да? Это один путь. Да? Он, мне кажется, тупиковый и неправильный. То, что нам с вами необходимо делать, это адаптироваться к тем новым условиям, которые нам диктует рынок, приспособиться к ним и научиться распространять наш контент на самых разнообразных платформах. Собственно говоря, в парламентской газете мы это начали делать уже довольно давно. Значит, я пришел в конце 2011-2012 года по приглашению учредителя возглавить эту газету. И в те времена, ну, скажем, она стояла перед необходимостью некого обновления. Да? Мы переосмыслили само существование нашего издания и перестроили работу редакции. В первую очередь мы задали сами себе вопрос, а для чего мы, собственно говоря, существуем. Да? Бытовал такой стереотип, что парламентская газета, это стенгазета депутатов и сенаторов. Вот это издание, в котором журналисты пишут про то, какие хорошие депутаты, какие замечательные сенаторы, и только депутаты и сенаторы сами про себя эту газету читают. Естественно, никому из журналистов, моих коллег, это не нравилось, это не нравилось и мне в том числе. Мы подумали, а для чего, собственно, парламентская газета нужна? И когда мы стали вот эту, вот, как бы эту мысль носить в голове, мы поняли одну простую вещь. Да, мы газета про Госдуму, про Совет Федерации. Госдума и Совет Федерации принимают законы. 90%, даже больше, жителей России не имеют абсолютно никакого представления о том, что это за законы, как они влияют на нашу повседневную жизнь. То есть необходим некий ресурс, который бы разъяснял простым, понятным, доступным языком, в чем смысл тех законов, которые принимает парламент. Такого ресурса, который бы на этом специализировался, не было. Мы решили, вот мы-то этим и займемся. На языке родных осин мы начали объяснять читателям, как меняет жизнь конкретного учителя, конкретного педагога, конкретного полицейского, врача и так далее, каждый закон, который принимает парламент. И это, что называется, зашло. То есть, когда мы стали анализировать реакцию нашей аудитории на то, как мы стали адаптировать наш контент, мы поняли, что этот контент востребован, да, потому что людям интересно узнавать о том, как меняется их жизнь в силу принимаемых законов. Вот. И пошло-поехало, мы стали это усиливать. Значит, в 2012 году мы, значит, на момент появления нашей команды в парламентской газете, у газеты фактически не было сайта полноценного, электронной версии. То есть сайт был, но на нем вывешивались материалы уже после того, как они были опубликованы в бумаге. Понятно, что на тот момент уже ни одно из современных средств массовой информации так не работало. Естественно, все нормальные СМИ уже давно перешли на модель Digital First, когда редакция сначала готовит контент для сайта, и уже в оперативном режиме он публикуется на сайте, и лишь потом попадает в бумагу. Мы перестроили редакцию по этой модели, значит, вся редакция стала работать в первую очередь на сайт, потом мы добавили группы в социальных сетях, и уже на сегодняшний момент парламентская газета «Бумажный еженедельник», который вы все видите, это своего рода дайджест материалов, которые были опубликованы на сайте. Мало того, современные технологии позволяют нам более тщательно изучать вкусы и пристрастия аудитории. А какие темы интересуют читателя больше, какие меньше? У вас же есть инструменты, которые позволяют это отслеживать в режиме реального времени. Лайф-интернет, другие ресурсы, счетчик на вашем собственном сайте позволяет видеть, вот эта вот тема, она интересна читателю или нет.
А если эта тема интересна, то у вас вышла новость, условно говоря, да, про то, что там молодым родителям увеличат пособие. Вы видите, что эту новость вас хорошо читают, вы видите, что как бы ее лайкают в социальных сетях. Ага, эта тема интересна читателям, давай пиши об этом статью. Давай бери интервью у автора того закона, который внесен на эту тему в Госдуму. Далее. Современные технологии позволяют корректировать стиль написания того или иного материала, потому что вы видите, дочитали вашу статью до конца или не дочитали. В какой момент ее перестали читать и перешли на какой-то другой материал. Все это позволяет нам сегодня адаптировать наши материалы, улучшать качество написания текста и таким образом производить тот контент, который востребован читателем в большей степени. И, естественно, вот такая скрупулезная работа над текстами, которой мы сейчас занимаемся, она позволяет улучшать и качество бумажного издания в том числе. И дальше получается такая интересная история. Да? Бумага, как платформа, которая удобна и востребована читателем, она сама собой не умирает. Да? Просто как бы бывает, что менеджерам, которые делают средства массовой информации, лениво искать новые способы дистрибуции вот этого бумажного носителя. Что, значит, параллельно с тем, что мы работаем над улучшением качества контента, мы ставим в бумагу только то, что уже мы заранее знаем гарантированно интересно читателю, мы ищем новые каналы доставки читателю нашей газеты. Вот такой пример, я его сегодня на пресс-конференции приводил, на вопрос коллеги, по-моему, отвечал. Понятно, что сейчас все больше и больше людей читают новости на электронных носителях. Планшеты, смартфоны. Бешеными темпами растет доля мобильного трафика, и у нас в газете это почти 50%. Нас читают на смартфонах. Но надо понимать, что есть те сегменты, где просто мобильная связь, мобильный интернет, интернет вообще недоступны. Мы стали анализировать. Да, вот, я сам часто езжу между Москвой и Петербургом на Сапсане. Там есть местами Wi-Fi, очень чахлые, такая слепая зона, где человек без интернета. Ну почему бы вот в этот момент не предложить читателю нашему потенциальному бумажную газету? Есть 4 часа свободного времени, продвинутая аудитория, вот вам, знаете, почитать. И сейчас многие издания как раз вот осваивают сегмент транспорта, это поезда, это самолеты, и это позволяет нам поддерживать наш тираж. Есть спрос на бумажную газету в киосках периодической печати. Да, подписка падает, особенно после того, как Почта России была лишена дотации года 3 назад примерно. Подписка у всех стала падать, это печально, прискорбно. И, судя по всему, как говорят коллеги, дотация вряд ли вернется. Но зато продажи, особенно в некоторых регионах, вот когда мы в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, мы пришли в Крым, там спрос на русскоязычную прессу был бешеный, и лучше всего у нас шли продажи в газетных киосках в Крыму. Что такое газета? Да? Вы профессионалы, вы знаете. Газета — это продукт импульсного спроса. Да? Иногда человек, который пришел в киоск купить пачку сигарет, если видит, что там продается газета, будь то там «Комсомольская правда», «Парламентская», да, а не купить ли мне газету, он ее берет и покупает. Да? То есть вот те сегменты, где как бы мы можем, скажем, заинтересовать читателя, тоже надо осваивать. Вот поэтому к чему я все это веду? Улучшение качества контента, адаптация контента под интерес читателя и поиски новых каналов для распространения бумажной прессы вкупе с развитием электронной версии, вкупе с развитием социальных сетей, это вот как раз то направление, в котором сейчас должна развиваться так называемая традиционная журналистика. И сейчас фактически уже не осталось в стране ни одного издания, которое было бы только бумажной газетой в чистом виде. Нормальное, полноценное издание, современное и в России, и за рубежом, это сегодня фабрика по производству журналистского контента, который распространяется и доставляется читателю на всех доступных и удобных для читателя платформах. Это сайт, электронная версия, это социальные сети, это бумажная версия. Есть социология, которую я сегодня опять-таки тоже приводил. Значит, есть опросы, которые регулярно проводят в ЦИОМ, не реже одного раза в год, изучая вкусы читательской аудитории. Так вот, если в 2014 году не были готовы полностью отказаться
от бумажной прессы 74%, то уже в 2017-м цифры людей, которые не готовы отказаться от чтения бумажных газет, увеличилась. Это почти 80%. Да? То есть о чем это говорит? Сохраняется примерно 4 пятых аудитории бумажных газет, которые не хотят от них отказываться. Да? И наша с вами задача, как ну, журналистов или как медиа-менеджеров, это искать возможности сохранения для тех читателей, которые хотят читать бумагу, сохранения бумажных газет, компенсировать расходы на производство бумажной газеты за счет сбора рекламы в интернете, за счет привлечения дополнительной рекламы в газеты, потому что газеты — это рекламоноситель еще плюс ко всему, да, там, где читатель не готов покупать газету, предлагать ему этот носитель бесплатно, да, или там со скидками, да, но возможности сегодня есть. И те люди, которые утверждают, что бумажная пресса умирает, с моей точки зрения, это те люди, которым лень искать у себя в рамках редакции и в рамках там какого-то медиахолдинга способы сохранения бумаги как носителя и способы, новые способы привлечения аудитории к бумажной газете. Вот так немножко сумбурно, может быть, я... Ну, вот, спасибо. Ну, для того, чтобы возникли вопросы в зале, я напомню, что мы предполагаем все-таки, что сессия вопросов-ответов будет основной. Микрофон в зале есть, да, насколько я наблюдаю. Так что у кого возникают вопросы, дайте, пожалуйста, знать, вам, соответственно, передадут микрофон. Ну и пока для того, чтобы пищу для размышлений и для вопросов расширить, еще несколько вопросов, если позволите. Один связан с тем, как вы видите, интересно просто, да, как вы видите, ну, идеальную не скажем, но хорошо организованную современную модель редакции, как должна, с вашей точки зрения, такая редакция выглядеть. И второй, который вот так вот в воздухе витает, когда мы говорим «парламентская газета», «российская газета», вот что-то такое федеральное, официальное. Мы понимаем, что в обществе очень много вообще точек зрения. Да, и, к сожалению, не всегда и не все они могут найти достойный выход на публичных медийных площадках. Отсюда там мы наблюдаем и расцвет телеграм-каналов анонимных и так далее. Вот с вашей точки зрения, возможно ли в таких газетах, как «парламентская», достаточное присутствие широкой палитры мнений, которые имеются в обществе, в том числе и вокруг принимаемых законов. Начнем с редакции или как вам удобнее? Ну, сейчас я начну вот со второй части. Насчет, по вопросам давайте, пожалуйста, насчет, знать. Насчет различных точек зрения. Да? Для меня сначала тоже было такой сложной задачей, а как вот... ты же журналист, да, ты же должен представлять разные точки зрения, а как ты будешь делать издание, которое является официальным органом парламента, законодательной власти, да, такое консервативное, да. Потом кто-то из коллег, главных редакторов, просто пошутил и навел меня на любопытную мысль. Мне сказали: слушай, вот, старик, как тебе не повезло? У всех нас, там, у других средств массовой информации, один, два, максимум три учредителя и акционера. Говорят, а у тебя 450 акционеров в одной палате, в Госдуме, и 170 акционеров в другой палате. Я подумал, слушай, а вот правильно, так оно и есть. И вот что такое депутаты, сенаторы? Да? Это люди, за которых голосовали десятки, сотни тысяч избирателей. Значит, это четыре фракции в одной палате парламента. «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и представители всех субъектов федерации в другой. Да? И за каждым, как я уже сказал, стоят десятки и сотни тысяч избирателей. Каждому из них делегировано право законотворческой инициативы, и каждый из них имеет право на свое мнение. Но ведь это же мне и надо. И получается такая история, что мы просто предоставляем всем нашим партиям парламентским, да, всем нашим депутатам право высказать свою точку зрения, когда готовим материал на ту или иную тему. Будь то там закон о защите животных, или вот недавно была такая, в прошлом году такая дискуссия внутри парламентская, даже сложилась дискуссия между Госдумой и Советом Федерации по поводу закона о контактной притравке животных, может быть, вы слышали. Да? Депутаты и сенаторы разделились на два лагеря, одни считали, что контактную притравку надо запретить, когда собаку натравливают на живого медведя, да? А другие считали, что этого запрещать нельзя, потому что это, ну, традиции и так далее.
Мы очень просто вышли из положения, просто предоставили слово и одним, и другим. Вот вам, пожалуйста, да, потому что это парламент, у каждой фракции своя позиция, у каждого депутата, у каждого сенатора свое мнение. Мы дали им возможность высказаться и одним, и другим. Мне кажется, что вот мы поняли, что вот в таких ситуациях мы как раз находимся в идеальной ситуации, когда мы, нам вот сама обстановка, в которой существует парламент и парламентская газета, позволяют представлять читателю весь спектр мнений. Мнение за, мнение против, какую-то третью точку зрения. И на самом-то деле вот в этой ситуации я требую от журналистов, чтобы они обязательно этому следовали. Да? Если есть какой-то спорный законопроект, который обсуждается бурно на комитетах, который вызывает какие-то споры на пленарном заседании, все очень просто, вы просто дайте все точки зрения. И читатель получит полную картину. И в итоге получается, что как бы и журналист выполняет свою функцию, предоставляя читателю весь спектр мнений. Да? И парламентская газета не выглядит как нечто консервативное, а выглядит как современное, свободное средство массовой информации, где весь спектр мнений представлен. Я надеюсь, что и вот, что касается тем, которые будут нам приходить из Госсовета Татарстана, мы также будем действовать. И мы как раз сегодня с Фарид Харовичем встречались и говорили о том, что очень часто бывает такое, что у региональных законодателей точка зрения на законы, которые принимаются в Москве, есть несколько иная, потому что закон, который принимается внутри Садового кольца, исполняют в конкретном регионе. И здесь парламентская газета может выступить в роли такой улицы с двусторонним движением, когда мы будем доносить с помощью наших региональных законодателей до федерального законодателя точку зрения регионов, которая, возможно, позволит усовершенствовать тот закон, который будет приниматься федеральным собранием. И на самом-то деле, мне кажется, что это такой очень своевременный тренд, потому что не далее, как в минувшую среду Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию Госдумы, именно об этом и говорил, он ставил задачу укреплять вот это взаимодействие между федеральным законодателем и региональным законодателем, и как раз отслеживать практику применения принимаемых законов для того, чтобы просто их не пришлось переделывать после принятия, для того, чтобы не пришлось, допустим, президенту, как вот нашумевший закон о лайках и репостах, да, который вызвал бурную дискуссию в обществе, президенту пришлось вмешаться со своими поправками, чтобы его смягчить. Да? Но ведь можно же обсудить какие-то вещи с экспертным сообществом до принятия закона, и тогда не нужно будет его переделывать. И вот в этом я считаю, что одна из функции средств массовой информации и парламентских средств массовой информации, она как раз и заключается. Что касается работы редакции, да? Вот тогда уточнить сразу, пока вы от этой темы не ушли. Все-таки речь идет о дискуссии, о спорах, которые возникают среди представителей парламентских партий. Да. А вот с непарламентским как быть? Ведь часто те поправки, на которые вы сейчас ссылались, принимаемые в те или иные законы, ну не очень успешные, скажем, законы, не очень удачные, они как раз инициированы потом вне стен парламента. Понимаете, дело в том, что есть форматы, которые практикуются в Госдуме уже много лет. Да, это раз в сессию, может быть, чаще, я уже сейчас не помню, представители непарламентских партий, они приглашаются на охотный ряд и проводятся круглые столы, где как раз вот эти вот наиболее резонансные законы и обсуждаются. Потом есть формат, который он появился давно, формат общественных слушаний, но этот формат... Этому формату Володин придает сегодня очень большое значение. И если взять вот, за последние два года наиболее резонансные темы, да, это, прежде всего, пенсионная реформа, это такая важная для Москвы тема реновации, да, вот снос хрущевок и переселение десятков тысяч жителей в другие дома. Это тема дольщиков. Вот по всем этим и другим темам Володин проводит в Госдуме масштабные общественные слушания, куда приглашаются и представители общественности, и представители оппозиции, и все, значит, представители бизнеса в том числе, любые заинтересованные структуры, да, и на этих слушаниях открыто в присутствии прессы с трансляцией обсуждаются все вот эти вот сложные темы. Естественно, все это находит отражение и на страницах парламентской газеты, и в других средствах массовой информации. Сегодня это стиль работы парламента. Кроме этого, у нас в парламентской газете одно из направлений работы — это пресс-центр. Ежедневно одно-два мероприятия, как правило, с обсуждением каких-то важных резонансных тем проходят тоже в открытом для прессы режиме в пресс-центре парламентской
украинской газеты, они транслируются все в соцсетях, транслируются на YouTube, и мы на эти круглые столы приглашаем и представителей парламентских фракций, и представителей общественности, и представителей оппозиции. Они все имеют право голоса в стенах парламентской газеты, официального издания Федерального собрания. Да? То есть это все есть. Другое дело, что зачастую представители непарламентских партий используют такие публичные площадки для самопиара. Да, потому что мы должны понимать, что процесс законотворчества — это очень сложная материя. Да? Это любой закон, любая поправка в закон, она должна учитывать интересы как минимум четырех партий, представленных в парламенте. Свои интересы есть у правительства, у министерств, тоже обоснованные и оправданные. Свои представители, свои интересы есть у представителей общественных групп, у представителей бизнес-структур. Поэтому любой закон для того, чтобы он работал, должен учитывать вот интересы всех этих групп. Да? Очень легко сказать, давайте увеличим пенсии в 10 раз. Кто будет с этим спорить? А вот, пускай автор подобной популистской инициативы расскажет, а где деньги взять? Можно забрать у Министерства обороны или у учителей, или меньше денег выделить на лекарства больным детям. Вот где взять деньги для того, чтобы в 10 раз что-то увеличить? Да? Очень легко выступить с такой популистской инициативой и сказать о том, что вот эти партии, которые сидят сегодня в парламенте, они этого не хотят делать, они на это не способны, вот мы там условно там... Не буду называть, чтобы не обидеть никого из уважаемых представителей непарламентских партий. Вот если бы мы были в Госдуме, мы бы увеличили в 10 раз там то-то и то-то. Но за этим нет финансового обеспечения. Да? Они это прекрасно понимают. Но для того, чтобы выглядеть красиво в глазах своих потенциальных избирателей, они эти идеи выдвигают. Но мы не хотим быть площадкой для продвижения таких популистских идей, потому что мы имеем представление о том, что такое закон, да, и что такое реализация дальнейшего этого закона. Вот поэтому кто-то нас может обвинить в том, что мы не публикуем какие-то идеи, которые с нашей точки зрения являются популистскими, невыполнимыми. Но это часть нашей редакционной политики. Оценивать как бы любую новость, любое заявление, и с этой точки зрения в том числе. Вот был вопрос про организацию работы редакции. Да, все очень просто. Я думаю, что у нас действует та модель, которая сейчас существует в большинстве средств массовой информации. В основе этой модели лежит ежедневное планирование нашей работы, исходя в первую очередь из текущей повестки законотворческой Госдумы Совета Федерации. Потом, естественно, мы отслеживаем все базы, где появляются новые законы, законы, которые вносятся в Госдуму. Это система ОСО. Законы, которые размещаются на ресурсах правительства для обсуждения перед внесением в Госдуму. Мы пытаемся налаживать связь не только с парламентом, но и с правительством, с министерствами, которые являются, ну, не секрет, являются инициаторами наиболее проходных законопроектов. Это правительство Российской Федерации. И берем оттуда информационные поводы и дальше уже решаем. Каждый день начинается у нас с планерки в 10 часов, где собираются все отделы редакции, мы решаем, в каком формате подавать ту или иную новость. Либо в новостном формате, либо в форме комментария, интервью с разработчиком законов, либо, если это какая-то тема, которая тянет на статью, мы делаем статью. В течение дня журналисты работают. У нас довольно жесткий режим, я думаю, как и во многих СМИ, которые хотят быть современными. Это не менее там, одной статьи или одного интервью. Каждый журналист выдает в день на гора. Причем это нужно сделать быстро, для того, чтобы опередить другие средства массовой информации, которые также отслеживают эти информационные поводы. Если корреспондент идет на пленарное заседание, на заседание комитета, на какой-то круглый стол, то это как минимум несколько новостей с одного мероприятия, а хорошо бы еще, чтобы это было несколько новостей и статья. Это работа в ежедневном режиме. Все материалы публикуются в первую очередь на сайте. Мы обсуждаем, учитывая специфику аудитории социальных сетей, какой материал может лучше зайти и в каком виде, допустим, в Фейсбуке или ВКонтакте, что можно там визуально более интересно подать, возможно, с минимум текста для Инстаграма. Таким образом, вот редакция работает каждый день, да, 24/7, а уже ближе к концу недели, когда верстается бумажная газета, наиболее интересные материалы, которые мы видим, что, опять-таки, мы отслеживаем трафик, отслеживаем интересы аудитории, наиболее интересные
интересные материалы, они попадают уже в бумажную газету, которая, по сути, является дайджестом тех материалов, которые были опубликованы на сайте в течение 7 дней. Спасибо. Ну, аплодисменты. Ну, да нет, я вас умоляю. Просто все так глубоко задумались, да? И вот первый вопрос. Ярхамов Ильнур, интернет-портал Kazanfirst. Я хотел бы с вами обсудить вопрос, как вы тут сказали, популистских инициатив, которые встречаются в Госдуме. Вот я открыл ваш сайт, у вас есть новость, опубликованная два дня назад, где Жириновский призвал пользоваться не восточным, а славянским календарем. В то же время в первый день заседания Госдумы в этом году, да, произошла очень интересная история, о которой мало кто написал. Все три фракции «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ выступили законопроектами провести индексацию пенсии работающим пенсионерам. Законопроекты были отклонены при рейтинговом голосовании, потому что просто им не хватило численности. Депутаты «Единой России» не поддержали эту индексацию. Но в то же время это большой месседж в обществе, что у нас съеживается социальное государство, потому что пенсии работающим пенсионерам не индексируются с 2015 года. Вот здесь еще и большая история с пенсионной реформой, которая у нас в прошлом году прошла. Все-таки не могли бы вы определить, что такое популистские инициативы в Госдуме и как вы их отсеиваете, как вы определяете их маркеры? Потому что мне кажется, что заявление, когда вы пишете, что ЛДПР там опять Жириновский там с какой-то идеей выступил, это, мне кажется, какая-то популистская история. А рассказать, что эти партии объединились, в принципе, да, и кто против индексации пенсии для работающих пенсионеров, показать их конструктивную личность, не получается. Все-таки вы, как парламентская газета, как вы выстраиваете работу с этими партиями? Что касается инициативы трех фракций, я сейчас не могу точно сказать, потому что там новостей было много. Наверняка у нас эта новость была, потому что эти идеи относительно индексации пенсии работающим пенсионерам, они возникли не сегодня, да, и такие предложения звучали и в прошлом году в процессе, как вы правильно сказали, в процессе обсуждения пенсионной реформы, которую обсуждали довольно долго, полгода. Что касается заявления Жириновского, которое вы процитировали, такие реплики, да, они периодически бывают. Мы знаем, что один из форматов, который практикуется в Госдуме, да, это выступление перед началом пленарного заседания, да, это публичные подходы к прессе, когда представители фракций, там Жириновский, Зюганов, Миронов и Единая Россия, Неверов, они просто обращаются к журналистам, озвучивая некую идею. Да. Это один из форматов парламентской работы. Нечто подобное не так давно было введено и в Совете Федерации, так называемая разминка, когда сенатор перед началом пленарного заседания просто выходит на трибуну к микрофону, да, и озвучивает некую идею. Она может касаться там, ситуации в каком-то регионе или просто его личной какой-то идеи, которая может быть не оформлена законодательно. Да. Он парламентарий, он имеет право эту идею озвучивать, да, и мы как журналисты, если нам эта идея кажется интересной, да, мы ее можем тоже публиковать, можем не публиковать. Да. Нам идея Жириновского показалась интересной, да, мы ее опубликовали. Что касается предложений, которые касаются индексации пенсии и других аспектов, которые относятся к идее изменения пенсионной системы, они тоже все у нас публикуются. Да. Еще раз говорю, я не помню сейчас навскидку, могу проверить, что касается выступления трех фракций, да. И этого могло не быть сейчас, да, но точно эта тема про индексацию пенсии работающим пенсионерам, она, еще раз говорю, она возникла не вчера, не на этой неделе, да, она звучала и раньше, и точно, когда мы писали, у нас было много, как у всех изданий, может быть, даже у нас больше, чем у других изданий было материалов касательно пенсионной системы, да, как мы знаем, идея была выдвинута правительством, да, но медийный груз разъяснения пенсионной системы, он лег именно на депутатов, да, потому что так получилось, что наиболее бурное обсуждение проходило именно в Госдуме в процессе прохождения трех чтений этих законопроектов. Да, поэтому мы об этом писали много, и про предложение, возможно, это не звучало как коллегиальное предложение именно трех фракций, да, но про то, что такие идеи озвучивались и «Справедливой России», и КПРФ, про ЛДПР я не помню, да, но это у нас точно было. И
Когда... Микрофон, если можно. Вы можете, например, написать новость, когда Единая Россия не поддержала вот, ну, такое вроде бы конструктивное предложение? Регулярно. У нас это происходит регулярно, если вы обратите внимание, да, вот, на пленарных заседаниях, которые были на этой неделе, в среду и в четверг, да, было очень много законов на отклонение. Ну, это может быть, фракция большинства проголосовала против, да, но регламент позволяет это делать, да. Какие-то другие инициативы, они не поддерживаются не только Единой Россией, но и другими фракциями. Ну, это нормальная парламентская ситуация, да, когда есть большинство в парламенте, которые вот так голосуют. Ну, вот это так. Дело в том, что вот... Ну, это все история про то, что надо ходить на выборы, да, потому что я, еще будучи молодым журналистом, работал в Петербурге, и тогда Владимир Анатольевич Яковлев, губернатор, да, у него была довольно мощная оппозиция в Петербурге, вот, и приехал кто-то из иностранных коллег-журналистов, и вот мы сидели там где-то вечером, там беседовали о проблемах, что вот у нас такой вот губернатор, которого критикуют, это самое, вот, а он не слушает никого. Коллега-журналист, не помню, откуда там, из Европы, там говорит, так вы идите на выборы, вы выберите другого губернатора. Я говорю, да ладно, выборы там еще не скоро, так это самое. Ну вот он такой нехороший, там вот все его так не любят. Он говорит, ну так вы дождитесь выборов, идите на выборы и выберите другого губернатора. Да? Ну вот кому-то не нравится, что вот у нас в парламенте такая ситуация, что вот есть такие фракции, есть большинство. Ну, идите на выборы, выбирайте другой парламент. Спасибо. Следующий. Да. Да, пожалуйста. Айрат Бекбулатов, доцент кафедры национальных глобальных медиа. А у самой газеты хотелось бы меня спросить, ну, есть какая-нибудь собственная позиция по поводу принимаемых законов, например? Можете ли вы, например, покритиковать законы или покритиковать отдельные действия парламентариев, например, когда что-то не так, с вашей точки зрения? Или вы считаете, что вы, ну, ваши функции ограничиваются информированием, разъяснением, но вы не влезаете, скажем, ну, не критикуете уже вот принимаемые какие-то законы? Ну и еще раз говорю, что это не только даже про законы, а про, например, некоторые действия парламентариев, когда это вот вызывает какие-то такие в обществе, в частности, какие-то противоречивые оценки. Смотрите, мы считаем, что с нашей точки зрения есть вот та допустимая зона, да, когда закон находится на стадии обсуждения. Да, тогда мы приглашаем экспертов, у нас есть колумнисты, которые высказывают разные точки зрения по этому закону. Да. Но когда закон уже проголосован, да, за него проголосовали те люди, которых мы выбрали, которым мы делегировали право решать, принимать этот закон или нет. Да, это все равно, что критиковать решение суда. Да, вот есть такая там практика, да, некоторые издания очень любят, да, после решения суда говорить, что, ребят, ну это суд. Как бы это решение суда. Критика может быть и конструктивной, то есть она может привести к дискуссии, чтобы какие-то изменения потом были внесены, но вы уже приводили примеры дискуссий по поводу вот, закона о репостах. И вы, да. Это самое, да. Вот, то есть иногда критика из законов уже высших имеет все-таки смысл. Есть разные форматы. Да? Я еще раз говорю, что вот у нас есть пресс-центр, в котором мы проводим круглые столы, приглашая экспертов. Да? Я считаю, что есть компетентные люди, да? Вот когда какой-то закон, есть точка зрения какой-то экспертной группы о том, что этот закон нуждается в корректировке. Да? Мы даем возможность в нашем пресс-центре высказаться этим экспертам. Кстати говоря, еще один формат, который у нас практикуется, это нулевые чтения законопроектов общественной палаты. Мы знаем, что в свое время общественная палата как раз создавалась как орган, в который собираются представители общества для экспертной оценки законов перед их принятием парламентом. Да? Вот, у нас общественная палата довольно регулярно проводит общественное обсуждение этих законов. И после принятия законов очень часто представители общественной палаты и других заинтересованных групп на площадке парламентской газеты эти законы обсуждают, предлагая какие-то способы их корректировки. Это происходит довольно регулярно. Ну, наверное, про авторскую какую-то позицию
И это в том числе, да, я начал с этого тоже, да, авторская позиция газеты по принимаемым законам, она есть вообще, или вот действительно только приглашенные эксперты могут? Нет, понимаете, я еще раз говорю, вот мы считаем для себя некорректным после того, как депутаты проголосовали за какой-то законопроект, а сенаторы его поддержали, критиковать это, да, потому что, еще раз говорю, мы исходим из того, что это решение парламента, которому мы, в том числе, делегировали полномочия эти законы принимать. А вот если мы чуть по-другому повернем вопрос, развернем вопрос, не критиковать, ну вот закон принят, вот сейчас просто на слуху закон о самозанятых. Да. И вот началась практика его реализации. Вот она стартанула. И сегодня, вот скажем, Москва, московские медиа полны публикаций о том, что стало происходить. Очень интересные стали вещи происходить вокруг этого закона. Вот вы сейчас вот закон приняли, и что началось? Вот, скажем, в эту сторону вы можете тематику? А что своих публикаций? Уточните, например, большое количество самозанятых вдруг стало появляться на предприятиях, бизнес-структурах Москвы. Это удачный уход от налогов. Вы просто подарили прекрасную, да, схему того, как это можно сделать. Вот сейчас, ну, по принципу, ё-моё, что же мы приняли, да, вот. Вот так вот можно, ну, мягче, нежнее пообсуждать? Я вам, ну, наверное, не открою секрет, да, просто как бы постараюсь описать ситуацию. Это ровно тот вопрос, который я в конце прошлого года, в декабре, задавал. Значит, была очень интересная встреча с Мишустиным, главой Федеральной налоговой службы, да, где довольно откровенно, но эта встреча была не под запись, довольно откровенно обсуждались многие вопросы, и этот вопрос в том числе. Я тогда сказал: господин Мишустин, а что вот, если я, условно говоря, всех своих журналистов выведу за штат и переведу в категорию самозанятых, просто чтобы уйти от налогов? Он говорит: не беспокойся, наши программы и наши технологии это очень быстро отследят, мы тебе позвоним. То есть, Но это вопрос о том, что репрессивный аппарат просто разгоняется в результате принятия таких законов. Кстати, может быть, не стоило принимать? Нет, тогда? Постойте. Значит, к вопросу о дискуссии. Мы сейчас вот не про закон. Вы, может ли газета выйти на такие дискуссии? Вы работаете, платите налоги. У вас есть ряд сотрудников, да, за которых ваша организация платит налоги, отчисления в пенсионный фонд, УМС и так далее и тому подобное. Да. Я тоже как работодатель, я вот этим занимаюсь, как бы много-много денег любая организация легальная сегодня в России тратит на то, чтобы все работающие граждане и не работающие официально пришли в поликлинику, их там вылечили, отправили ребенка в школу и его там выучили и так далее, и так далее, и так далее. Почему мы с вами платим налоги? А люди, таких людей по приблизительным подсчетам примерно 20 миллионов в России. Почему вот эти 20 миллионов в России, которые официально нигде не работают, но также ходят в поликлинику, им там бесплатно лечат зубы и так далее, и так далее? На самом деле их больше, есть еще серые зарплаты. Тут намного больше миллионов уходит от налогов. Я о другом. Такую ситуацию, извините. То есть не убеждение, что это надо, а как вот закон, который попытался сделать некую более справедливую схему, почему-то вот вдруг опять стал либо не работать, его стали обходить. Давайте, вот дискуссии в эту сторону, возможно ли? Что касается темы самозанятых, эта тема регулярно присутствует на страницах парламентской газеты, и мнения за, и мнения против, они регулярно звучат. Надо помнить о том, что этот закон, он вводит вот этот вот эксперимент с самозанятыми только с текущего года и только в нескольких субъектах федерации, в том числе в Республике Татарстан. И мы как раз с Фарид Хайрулычем сегодня договорились, что мы эту тему будем вместе с Госсоветом Татарстана отслеживать и писать в обязательном порядке о том, как будет реализовываться закон о самозанятых на территории Татарстана, для того, чтобы наши федеральные законодатели получали информацию с мест о том, что в этом законе плохо и что в этом законе хорошо. Но я позволю себе закончить мысль. Такой ситуации, вот я думаю, что многие молодые люди из тех, кто здесь присутствует, регулярно бывают в разных странах, и в Европе, и в Америке. Согласитесь, что такого не может быть нигде в мире, что человек официально нигде не работает, покупает автомобили,
ездит в отпуск, приобретает какие-то... К нему завтра придет налоговая полиция и поставит все на свои места. Вот. В России тоже надо наводить порядок, потому что это не дело, когда десятки миллионов людей официально нигде не работают, но при этом живут фактически за счет тех людей, которые платят налоги, и живут неплохо. Да? И вот эти вот 4%, которыми вот на экспериментальный период обложили самозанятые, я считаю, это санаторий. Причем, ведь это же на самом деле очень, очень классная система, то, что показывал Мишустин, как эта система работает. Да? Во-первых, зарегистрироваться в качестве самозанятого — это ровно 3 минуты. И тут же в программе, которая разработана, мало того, что тебя регистрируют, а тебе еще предлагают на выбор, там есть ссылки на интернет-ресурсы, где самозанятые уже сейчас ищут себе работу, да, ты тут же можешь перейти из этой, из программы ФНС, можешь перейти там, на Яндекс, там, на другой ресурс, где тебе тут же могут предложить работу. Ну что в этом плохого? 4% это по сравнению с теми налогами, которые там платят все остальные официально работающие люди, это ничто. Спасибо. Я только с вашего разрешения спрошу, есть ли вопросы, потому что вы уже повторно. Давайте мы тогда передадим, кто первый раз. Вот, берите микрофон сзади, ага. А потом вам вернем микрофон. Анастасия Аксенова, ГТРК Татарстан. Вопрос про телеграм-каналы. Ваше отношение к телеграм-каналу «Медиатехнолог»? Я к своему стыду не читаю «Медиатехнолог». А если вы, может быть, как-то разобьете вопрос, что там интересно пишут? Там также есть информация про депутатов, про их деятельность. Угу. Ну, вот как-то кратенько. Вообще, может быть, отношение. А вообще про телеграм-каналы. Вот. Да. Ну, слушайте, это, мне кажется, это интересное направление в медиабизнесе сегодня. И, как я уже говорил, телеграм-каналы даже, мало того, что они отбирают аудиторию, они отбирают значительную часть рекламных денег уже. Вот. Я надеюсь, у нас неоднократно бывал в пресс-центре нашей газеты Леонид Левин, это глава комитета по информационной политике Госдумы. Мы с ним даже придумали такую шутку. Мы уже два раза официально, публично на страницах нашей газеты приглашали Дурова для того, чтобы... Ну, как если Цукерберг приходит в Конгресс и выступает перед американскими парламентариями, но почему Дуров, к которому есть вопросы у наших законодателей, не может прийти и выступить в Госдуме? Но он почему-то пока не откликается. Я считаю, что это интересный бизнес, это интересный медийная ниша, и надо договариваться как-то, да, вот, и если бы руководство Телеграма пошло на вполне обоснованные просьбы государства, да, а мы помним, откуда они начались, да, ведь после взрыва в петербургском метро в результате расследования было установлено, что Телеграм был каналом коммуникации между вот этими людьми. Вот. Вы не читаете телеграм-каналы, да? Это медиатехнолог. Конкретно. Вот. Ну, реклама медиатехнолога получилась у нас успешно, я думаю. Я считаю, что как бы вот, ну, поскольку это существует, да, это востребовано, да, то надо как-то вот этому бизнесу, будь то Телеграм, завтра появятся какие-то другие средства коммуникации, да, но это бизнес, который хочет работать в этой стране. В этой стране есть такие законы. Но если ты хочешь в этой стране работать, то да, ты как-то договаривайся с властями, да, ну, потому что вообще я считаю, что как бы впереди еще довольно серьезная работа по законодательному регулированию интернета, и не только в нашей стране, но и в мире в целом, потому что вот коллеги-парламентарии, которые бывают на каких-то мероприятиях на площадке Организации Объединенных Наций, они говорят, что эта тема обсуждается и на уровне ООН. И туда приглашаются представители Twitter, других средств коммуникации, да, для того, чтобы начать вырабатывать вот эту вот единые способы законодательного регулирования интернета в глобальном смысле, да, потому что это неизбежно. И в качестве примера я привожу всегда автомобили. Да, ведь когда был изобретен первый автомобиль, никаких законов не было. Да. Потом появилось 100 автомобилей, потом появилось 1000, 10 тысяч, стали происходить между ними аварии, и возникла необходимость выработки единых для всего мира правил дорожного движения. Да? Ну, мне кажется, то же самое должно происходить с интернетом. Да? Поскольку интернет становится все более серьезным инструментом, который влияет
на политику и на жизнь людей, то нужно вырабатывать какие-то способы регулирования этого пространства. Не может быть такое, что вот существует какая-то сфера, а интернет, кроме всего прочего, это и бизнес тоже, да, на котором люди зарабатывают деньги сегодня. И те же самые блогеры, и телеграм-каналы, и так далее, да. Ну, значит, должны быть какие-то законы, которые этот бизнес и эту сферу деятельности регулируют. Спасибо. Так, микрофон вот в следующий ряд передайте, пожалуйста. Еще вы... А, вот так. Ну, давайте вот так лесенкой пойдем тогда наверх и потом включите. Вернемся. Здравствуйте. Александр Владимирович, я вот хочу о чем вас расспросить. Вы говорили, что мониторите все ваши статьи, да, что интересует вашего читателя, исходя из этого. Не я лично мониторю, у меня, к сожалению, нет. Исходя из этого, выбирайте темы. Так какой он портрет вашего читателя, что его больше интересует, и об обратной связи вот с вашим читателем хотелось бы узнать. Я тогда сейчас позволю себе просто открыть, специально взял с собой вот нашу справочку, которую мы как раз готовили в конце минувшего года по поводу портрета нашей аудитории, да, что из себя сегодня представляет. Ну, во-первых, аудитория парламентской газеты последние годы молодеет. Сейчас я найду, просто есть у меня где-то эта картинка. Ах, по-моему, я не то взял, да? Но, значит, я просто на память не буду приводить тогда точные цифры, да? Значит, ну, если еще, скажем так, 3-4 года назад подавляющая часть нашей аудитории, ну, больше 60%, это было 45+, значит, то сегодня вот этот вот сегмент людей старшего возраста, он уже сократился меньше 50%, да, а уже больше 25% аудитории парламентской газеты — это люди такого младшего среднего возраста от 25 до 35 лет. Значит, наша аудитория молодеет. Что вы еще спросили? Нет, они не всегда согласны. Они, значит, у нас открытые комментарии в наших группах, да, и там критика иногда звучит, но у нас есть правила поведения в наших группах, да, и там есть то, что можно писать, то, что нельзя писать. Что касается интересов нашей аудитории, да, то это в первую очередь социалка. У нас, значит, вот как раз в период обсуждения пенсионной реформы подавляющее большинство материалов, которые касались вот всех деталей реформирования пенсионной системы, всегда давали бешеный трафик. Да? Это пособие, это вот у нас, видимо, очень такой большой сегмент аудитории военной, но, наверное, у нас в стране просто много военных, да, все, что касается жилья для военных, пособий для военных, военные пенсионеры и так далее, тоже очень хорошо считается. Очень хорошо считается международка. Тоже, наверное, в силу того, что вот, ну, наша аудитория этим интересуется. Все, что касается российско-американских отношений, Китай и так далее, вот, международка, вот, пожалуй, вот эти вот по итогам, опять-таки, 2018 года, то, что вот можно анализировать, да, это на первом месте социальная тематика, пенсии, пособия, всевозможные льготы, это международная тематика. Вот это вот, скажем, основные темы, которые, судя по тем данным, которые нам дают всевозможные счетчики, и судя по анализу наиболее читаемых и наиболее цитируемых материалов, вот это вот как бы то, что аудитория, то, что интересует нашу аудиторию. Но еще раз говорю, аудитория меняется, это очень интересно. То есть все больше и больше вот таких социально активных молодых людей от 25 до 30 начинают интересоваться вот этой тематикой. Я считаю, что это очень хорошо. Это, конечно, то поколение, которое пойдет на выборы завтра, надеюсь. Пока они почему-то не ходят, но, может, завтра пойдут. Тогда картина голосования может другой быть, посмотрим. А может, не изменится картина голосования. Спасибо. Пожалуйста. Элеонор Рылова, РБК «Татарстан». Вы уже упомянули о том, что для того, чтобы подогреть дискуссию, вы привлекаете представителей других партий. А как вообще, есть ли у вас внутренний регламент в редакции, чтобы деятельность партий, вырабатываемые ими законы были как-то, ну, пропорционально представлены, чтобы парламентская газета не была выразителем взглядов партии большинства? Спасибо. Знаете что, мы, и я рад, что учредители меня в этом поддерживают, да, мы стараемся уходить от того, чтобы с линейкой
вымерять площади в парламентской газете, вот сколько этой партии, сколько этой, столько этой. Значит, если вы посмотрите на второй полосе, у меня есть специальная рубрика, где каждой партии дается по равному небольшому кусочку площади, да, партийная жизнь. Вот каждая партия имеет право вот в этом месте высказать, как, дать какой-то месседж нашему читателю. Это как перед пленарным заседанием в Госдуме, да, каждая фракция выходит на трибуну и что-то заявляет. Это вот такое вот место для этих заявлений. Да. Это, как правило, мы с пресс-службами самих фракций выходим на связь. Вот то, что они считают важным на этой неделе опубликовать, мы публикуем. Мы исходим не из того, что вот, нужно обязательно, чтобы были представлены все фракции. Мы исходим из того, что из событий парламентских текущей недели важнее всего для читателя, что в большей степени касается читателя. Вот. А уже внутри каждого материала мы стараемся, чтобы были представлены максимально полно мнения разных фракций по этому вопросу. Вот это, как бы это наш принцип. Не всегда это удается. Не всегда, допустим, вот если мы собираем там, допустим, мнение по тому или иному законопроекту, ну, не всегда представители всех там, фракций находят возможным высказаться, но это их право. Мы вправе им вопрос задать, да, они хотят, отвечают, не хотят, не отвечают. Вот, то есть, ну, вот от того, чтобы с линейкой замерять, вот мы от этого ушли. Еще что немаловажно, да, я всегда это, когда общаюсь с представителями фракции, говорю, и, слава богу, мы находим у них понимание. А у нас парламентская газета — это площадка для конструктивных предложений. Очень часто бывает, что между фракциями искрит, да, ну, там о чем-то могут жестко поспорить, там, Владимир Вольфович и Геннадий Андреевич, да. Я говорю, ребят, вот парламентская газета — это площадка для ваших конструктивных предложений, а для того, чтобы критиковать друг друга в жесткой форме, тем более, у вас есть свои партийные ресурсы. Вот, пожалуйста, да, вот туда, у всех фракций, у всех партий есть свои сайты, у кого-то есть свои бумажные издания. Говорю, мы как водопой в пустыне, где лев не грызет антилопу, да, вот это не к нам, да. Вот с какими-то идеями, предложениями, там, инициативами, пожалуйста, сюда, с какими-то дискуссиями, ради бога, да, но без жесткой критики. Мы нейтральная территория. Спасибо. Так, это, кстати, вопросы? Говоря, это касается и партии большинства тоже. Да? У нас вы никогда не найдете, когда Единая Россия критикует, особенно в жесткой форме, представителей Справедливой или ЛДПР, или КПРФ. Такого у нас нет. Сюда вот ниже передавайте. Пока микрофон переезжает вниз, да, если позвольте, вот у вас такая фраза с горечью прозвучала. Вот молодежь, если пойдет на выборы, пока, к сожалению, не ходит. Не знаю, пойдет ли. А вот что, с вашей точки зрения, не хватает, чтобы ходило? Почему не ходит? И пойдет ли? Я думаю, что, ну, это не секрет, это не мое личное мнение. Я думаю, что существует некое ощущение разочарования, особенно молодых людей, в способности повлиять на политические процессы в стране, которые каким-то образом, эти политические процессы, повлияют на улучшение качества нашей жизни. Я думаю, вот это. Но вот то, чем занимается парламентская газета, мне кажется, разъяснение того, что именно законы, которые принимает парламент, они как раз-таки и способны изменить либо в одну сторону нашу жизнь, либо в другую сторону. Да? И вот то, что наша аудитория молодеет, для меня приятно. Да? То есть получается, что как бы, чем больше молодых людей нас читают, чем больше людей вот, воспринимают контент в том формате, в котором мы его подаем, как закон влияет на мою жизнь, да? Значит, большему количеству молодых людей приходит осознание того, что нашу жизнь меняют именно законы, и должны менять именно законы. Да? Не росчерк пера чиновника, не решение там, сиюминутное какого-то там губернатора или кого-то, а законы должны лежать в основе всего. Вот чем больше людей, чем больше молодых людей начнут это осознавать, да, что я могу прийти на выборы и выбрать вот такую-то партию в парламент. А такая-то партия, если она еще наберет большинство, сможет голосовать за те законы, которые нужны мне. Вот когда это осознание придет, тогда жизнь будет лучше. Спасибо. Пожалуйста. Леонид Григорьевич, я продолжу вашу тему по поводу процедуры принятия закона, обсуждения закона, да, и вот дискуссии, которые поднимаются в газеты.
Все-таки правильно я понимаю ваши слова, вот если все делать это тезисом, что принятие закона – это автоматически значит, ну, конец дискуссии для вашей газеты? Нет, я же этого не говорил. Я же не говорил, что это конец дискуссии. Я еще раз говорю, что у нас есть публикации, и в пресс-центре проходят мероприятия, где мы обсуждаем уже принятые действующие законы на предмет эффективности практики их применения. И вот второй закон, я вот тоже посмотрел заголовки ваших новостей у вас на сайте, да. У вас там есть очень много заголовков, которые начинаются так. Володин заявил, Володин ответил, Володин предупредил. Мне кажется, что подобный контент, в принципе, должен производить пресс-служба Госдумы, которая есть. Не считаете ли вы, что вот этот вот контент, он все-таки вот именно такой вот для пресс-секретаря, для пресс-службы, а ваша газета, журналистка все-таки должна немножко другими вещами заниматься? И вообще, считаете ли вы нужным как-то вот балансировать, да, вот, чтобы не превращаться в пресс-службу и все-таки сохранять лицо вот издания? Ну а как? Хорошо, если есть какая-то инициатива, с которой выступил Володин, то какой бы вы заголовок предложили? У вас много таких заголовков. Ну, может быть, просто Вячеслав Викторович Володин вот на этой неделе, если вы говорите про текущую неделю, да, может, просто так получилось, что было много заявлений и инициатив, которые озвучивал Володин, потому что он на этой неделе открывал сессию, и действительно его было много в медийном пространстве. Просто не расщеплять новости, а дать одним большим разворотом, что сегодня сказал Володин. Так больше трафика будет, понимаете? Если, ну, понимаете, мы, как любое современное средство массовой информации, да, вот мы должны находить вот этот баланс между вот тем, о чем говорите вы, да, ну, может быть, все собрать в кучу, да, но нам трафик нужен, да. Поэтому, как бы, если у Володина было несколько новостей, связанных с разными темами, да, а он мог на этой неделе высказаться про ПАСЕ, он мог высказаться про приоритетные законы сессии, он мог отреагировать там, на предложение того же самого Жириновского создать депутатский клуб, там было очень много информационных поводов, связанных с Володиным, именно на этой неделе, я все не помню, да, то каждая из этих новостей нам дает трафик, да, с точки зрения привлечения трафика, а трафик нам дает деньги, извините, ради бога, да, потому что мы еще должны еще на рекламе зарабатывать, да, для того, чтобы издавать газету в Татарстане в том числе, да, вот, ну, вот. Мы... Знаете, я вот с коллегами из «Коммерсанта» общался, они говорят, что им больше всего трафик приносит новости, связанные с Рамзаном Кадыровым. Вам трафик приносит Володин, какие еще лица вам приносят больше трафика? Я еще раз, вот я только что назвал, озвучил вопрос вашей коллеги, те темы, которые нам приносят больше трафика, но вы на самом деле поднимаете очень, очень интересный аспект, связанный вот с той темой, с которой мы начали, да, со специфики сегодняшней работы масс-медиа, да. Меня удручает та картина, которую вот мы видим, если открываешь любой сюжет в Яндекс.Новостях, все издания. И там те, которые принято считать там желтыми, и те, которые принято считать коммерческими, и уже те, которые принято считать государственными, если где-нибудь там в деревне Пупырловка милиционер укусил собаку, об этом все написали, потому что все гонятся за трафиком. Я, значит, когда вот на ежедневных планерках, значит, есть у нас отдел, который занимается, ну, сайтом, мониторингом того, что читают, да, да, предлагают, вот такая тема. Я считаю, я говорю, ребята, слушайте, давайте вот мы все-таки, газета немножко про другое. Давайте вот про то, что милиционер в деревне Пупырловку укусил собаку, мы сегодня не будем писать. Давайте вот все-таки, я считаю, что вот мы все-таки, есть моменты, да, ради которых жертвовать своим, как бы, ну, имиджем и лицом не стоит, да, даже если даст какой-то трафик. Да, вот мы стараемся все-таки держаться, как бы, в рамках такого, ну, кто-то скажет, может быть, такого узкотематического издания, да, такого отраслевого, нишевого, да, вот, но мы вот стараемся все-таки вот какую-то грань не переступать. Сейчас еще какая-то мысль была. Да, и причем еще один момент, у нас нет покупного трафика. Мы, значит, поставили себе задачу, когда вот перешли несколько лет назад на вот новую систему организации работы редакции, у нас трафик исключительно органический,
это просто, с одной стороны, у нас нет ресурсов на то, чтобы тратить деньги на это, да, у других он есть, у других изданий, слава богу, значит, они зарабатывают на рекламе лучше, чем мы, у нас его нет, но это просто еще мой спортивный интерес и спортивный интерес тех ребят, вот, с которыми мы работаем сегодня в редакции, да, а насколько можно развить издание исключительно с помощью творческих приемов, с помощью поисков новых форм. Да, и это на самом деле это реально, да, то есть как бы нужно придумывать все время новые технологии подачи информации и как бы новые направления работы, да, вот мы говорили сегодня с коллегами, несколько лет назад, уже не помню, года 4, да, мы, ну, я не хвастаюсь, да, я констатирую факт, мы одними из первых стали публиковать, мы начали это делать каждый месяц, законы, которые вступают на протяжении вот, последующего месяца в силу. Да? Вот это к мысли о том, вот, про что парламентская газета и что наше лицо. Да? Мы разъясняем, что законы меняют в нашей жизни. На самом деле на эту мысль натолкнулась в свое время еще Джохан Палыева, если вы знаете такую даму. Она была спичрайтером Ельцина, а мне с ней довелось работать, когда она была главой аппарата Государственной Думы. И на совещаниях Джохан сказал, слушайте, ребята, почему она поэтесса, она пишет стихи, почему эти законы пишут с таким языком, что ничего не понятно. Вот берешь любой закон, ты нормальный человек ничего не поймет, что в нем написано. Да? Вот, я подумал, опа, вот это же может быть нашей фишкой, разъяснять простым понятным языком на языке родных осин, вот в чем суть этого закона и как он касается каждого человека. Мы даже придумали такой формат, вот я привез газету, она древняя-древняя уже, это 14-й год. Значит, мы в начале, то есть два раза в год, в начале года и в середине, потому что основная масса законов, они вступают либо в начале года, либо со второй половины. Значит, мы даже делаем такие книжки-малышки. Значит, вот 2014 год, вот такая книжка, она очень дешевая, на дешевой бумаге. Это разъяснение основных законов, которые вступают в силу в наступившем году. Да? Эта история, она на самом деле пользуется довольно большим спросом. Да? И вот мы придумали такой формат. И если посмотреть, вот, было это безрыбье первые январские дни, событий фактически никаких, контента почти ноль. Но мы каждый день вываливали, причем в разных форматах, разъясняя законы, которые вступают в силу в январе. Если посмотреть, если проанализировать первые две недели, да, то у нас самые читаемые темы — это какие законы вступают в силу в январе, какие законы вступают там 9 января, 10 января, вот такие разъяснялки. Это вот это та штука, которую мы придумали, и мне не стыдно, что мы это активно эксплуатируем, да, потому что это дает нам трафик, и это полезно читателю. Спасибо. Ну, давайте завершающий вопрос. А здесь, кстати, у нас целых два разворота этих законов. Завершающий вопрос. Ну, кстати, вот опять же, пока микрофон переезжает на свою, значит, прежнюю, да, территорию, один маленький подвопрос. Действительно, эта проблема большая. Количественная, качественная журналистика. Сейчас побеждает количественная. Погоня за трафиком. Я вам дам даже легкий совет. Если вы к этим законам будете, разъяснением к законам, еще и свежие анекдоты об этих законах, да, приделывать, трафик вообще будет стремительно расти. И знание законов по ходу. Да? Что это анекдот, что и закон не почитать. Значит, все-таки качественная журналистика. Имеет ли в эпоху алгоритмов шанс уцелеть в том виде, как мы ее когда-то изучали и сейчас пытаемся там доносить до молодых поколений? Или все-таки, ну, надо критерии качества тоже менять. Что мы считаем качественной журналистикой? Можно вопрос? Я так понимаю, вот, давайте, вот я вам как раз адресую этот вопрос. Я сейчас могу развернуть, но это будет не это же не мой мастер-класс. Нет, понятно. Просто для того, чтобы более точно ответить на вопрос, надо сначала определиться в терминологии, да, что мы называем качественной журналистикой. Вот для понимания, потому что есть, как бы, есть разные, да, есть расследование, да, как бы есть гениальные интервьюеры, да, есть мастера репортажа. Да, вот что мы называем качественной журналистикой сегодня? Может быть, из зала кто-нибудь ответит, ребят? Вот что сегодня можно назвать качественной журналистикой? Есть мнения какие-то? Талант дипломатов в чем?
на поставленный вопрос сказать, а что ты думаешь про это? Нет, я хочу сначала выслушать мнение. У меня есть свое мнение на эту тему, да, что сегодня, вот, в 2019 году, можно считать качественной журналистикой, с моей точки зрения. Да, качественная журналистика — это та журналистика, которая интересна читателю. Собака покусана милиционером, это ведь вообще всегда интересно. Нет, вот я говорю, что вот можно от этого отказаться, и мы от этого отказались. У нас про собаки нет. Максимум желтизны, ну не желтизны в хорошем смысле, который мы можем себе позволить, это Жириновский, который предлагает поменять календарь. Да? Вот. Качественная журналистика — это та журналистика, которая интересна читателю. Я, может, скажу крамольную мысль, но не я автор этой мысли, да, это, значит, уважаемый коллега. Можно там с какими-то коллегами-журналистами не сходиться в политических взглядах, да, но я говорю как бы о профессионализме, как о профессионализме руководителя средств массовой информации. Алексей Венедиктов уже несколько лет назад сформулировал задачу, ну, правда, он сказал о задаче для своего радио «Эхо Москвы». Да? Что такое «Эхо Москвы» сегодня? Это сфера обслуживания. Да, то есть мы должны, любое средство массовой информации сегодня должно стремиться дать читателю ту информацию, которая ему интересна и нужна, в том виде и в том формате, в котором ему удобно эту информацию получать, в тот момент, когда он информацию хочет получить. Да. Если это репортаж, да, у нас репортажи хорошо заходят и замечательно читаются. У нас, вот, допустим, есть наш корреспондент в Симферополе, Александр Мащенко, да, который делает совершенно гениальные репортажи, и они читаются хорошо, и заходят хорошо. И стиль, который и соответствует таким, ну, традиционным журналистским канонам, да, если вот я правильно вас понимаю, традиционная журналистика — это некая такая каноническая, да, которая уходит корнями в советскую журналистику, да, вот такая, да, литературная. Вот, ну, Мащенко хорошо читают и в интернете, совершенно еще в основе журналистики что лежит? Еще идея, да? Замечательная идея. Мащенко в этом году написал письмо генеральному секретарю ООН. По соцсетям была куча лайков, куча там репостов, да, потому что хорошая идея и талантливо реализованная, да. Есть у нас, значит, такой журналист, уже не молодой, но безгранично уважаемый мной коллега, Юрий Николаевич Субботин, который работает в газете уже много лет, который задолго до меня пришел, бывший ТАССовец, который там кучу времени провел за рубежом. Он пишет безумно хлесткие фельетоны и авторские колонки, да. Замечательно читаются. И в бумаге читают. Мне даже там Валентин Иванов Матвиенко, один из регулярных читателей нашей газеты, говорит: слушай, у вас Субботин очень злой. Что он так вот, вот, я боюсь, он про Америку так пишет, может испортить нам отношения окончательно. Я говорю: Валентин Иванов, ну как бы, ну, что поделать. Вот. И в интернете нормально читаются. Да? То есть, как бы, я считаю, что если это вот действительно качественная журналистика вот, в абсолютном понимании, да, то она замечательно зайдет и на сайте, и в социальных сетях, потому что интересный текст, его интересно читать в любом формате, да? А плохой текст, его и в бумаге неинтересно, скучно читать, и на сайте. Другое дело, что новые форматы они предъявляют, ну, я думаю, как здесь присутствующие ребята знают, дополнительные требования, да, то есть материал, который может хорошо зайти там через Яндекс.Дзен, он должен быть оформлен соответственно, да, то есть как бы если это лонгрид, то там не поленись, там картинок каких-то пристегни к нему, а инфографику еще найди, да, потому что, ну, просто голый текст человеку на планшете или на экране искать неинтересно. Нужно, чтобы буковки, картиночка, циферки, да, ну, есть форма подачи, да, а журналистика, она не перестала быть журналистикой с появлением каких-то электронных средств коммуникации и новых платформ. Спасибо. И завершающий вопрос, пожалуйста. Напоследок об интимном. Расскажите, пожалуйста, об экономике газеты. У меня жена здесь. Я думаю, она с удовольствием послушает тоже об этом. Расскажите, пожалуйста, о структуре бюджета редакционного. Какую часть занимает бюджетные вливания, рекламные, поступления от рекламы, хотя в процентном соотношении. И второй уже совсем последний вопрос. Вы начали печататься в Татарстане. Что здесь предполагается, сапкоровский пункт или сотрудничество Республики Татарстан? Вот в чем? Да. Вы чувствуете, что сейчас под интимом женщина имеет в виду?
Что у вас с бюджетом? Нет, ни для кого секрет, что мы дотируемся из бюджета Российской Федерации. Нам это открытая информация, она есть в законе о бюджете. Значит, это субсидия, которую нам выделяет федеральное собрание. Она примерно составляет две трети нашего бюджета, треть — это внебюджетные доходы, которые состоят из прямой рекламы. Мы участвуем в госконтрактах, в конкурсах, как в федеральных, так и в субъектах федерации, на абсолютно как бы легальных, общих со всеми условиях. Мы стремимся к тому, чтобы наша вот внебюджетная часть, то, что мы получаем, не субсидия от федерального собрания, чтобы она постепенно увеличивалась, потому что субсидия по последние годы она не увеличивается. Значит, мы стараемся больше зарабатывать на рекламе. Если, значит, рекламы в бумажной версии становится меньше, мы стараемся добирать на сайте, на электронной версии, используя новые технологии, которые появляются регулярно. То, что мы открыли уже вместе с Александром Николаевичем, с Резидой, 11-й регион, Казань. Значит, это говорит о том, что экономические возможности нам это позволяют, не увеличивая вот эту вот часть субсидий, которые нам дает государство. Значит, у нас есть определенные как бы успехи в привлечении внебюджетных средств. Что касается наших планов по развитию в Казани, я еще раз говорю, и говорил сегодня это на пресс-конференции, что вот то, что вы видите, значит, издание под названием «Парламентская газета Татарстан», это надводная часть айсберга. Мы, значит, и вот та региональная полоса, а может быть, со временем появится не одна, а две региональные полосы, которые будут готовиться силами редакции Республики Татарстан, местными журналистами. Значит, это только часть нашей работы. Материалы, которые мы будем получать от газеты Республики Татарстан, они будут попадать и в федеральные номер. У нас там есть такая рубрика «Пульс регионов», где мы берем такой дайджест, выжимки из каких-то интересных тем и инициатив законотворческих региональных со всех регионов, где издается сегодня парламентская газета: Владивосток, Крым, Петербург, Ростов, Красноярск, Якутск, Саратов, я боюсь сейчас ошибиться, да? Вот. Кроме этого, мы вот сегодня как раз и с Резидой, и с Фарид Хайрулычем обсуждали то, что нужно больше контента регионального и на нашем основном ресурсе, на сайте. Да, потому что так получается, что, допустим, ну, Татарстан довольно передовой регион и в плане законотворческих инициатив в том числе. И не далее, как на этой неделе, вчера или позавчера, на профильном комитете Госдумы была одобрена инициатива Госсовета по повышению возраста для продажи оружия до 21 года. Этот законопроект будет вынесен на одно из ближайших пленарных заседаний Госдумы. Разумеется, тогда у нас на сайте, в наших группах появятся, надеюсь, комментарии Фарид Хайрулыча на эту тему. Да? То есть мы будем с помощью наших коллег из Республики Татарстан делать больше контента для нашего главного ресурса, для того, чтобы позиция Госсовета, позиция Татарстана, в том числе по тем или иным законопроектам, которые и уже приняты и действуют, по самозанятым и так далее и тому подобное, чтобы федеральный читатель и наши учредители получали более оперативно эту информацию. Вот, в принципе, так будет выглядеть наше развитие. Мы в этом заинтересованы, потому что сегодня, с моей точки зрения, у нас не реализован до конца потенциал привлечения читателей из регионов. Да? У нас сейчас примерно треть трафика — это Москва, второй по значению город Петербург — это примерно от 10 до 15% трафика. Да? Остальные регионы не превышают там 4-5%. Мне кажется, Казань, Татарстан — это такой регион, который достоин того, чтобы, как бы, во-первых, и больше информации из Казани звучало на федеральных площадках разных медийных, да? И чтобы больше читателей из Татарстана приходило к нам. Еще мы сегодня обсуждали, но если уже так говорить совершенно о проектах, да, был задан вопрос на пресс-конференции относительно того, собираемся ли мы делать двуязычные издания. Да. Я совершенно откровенно сказал, что у нас в планах этого нет, потому что я знаю, что мы не конкурентоспособны с теми изданиями, которые издаются в Казани на татарском языке, просто это не наш профиль. Да. Здесь это делают профессионалы, у нас нет такого ресурса. Но есть идея попробовать сделать, может быть, какие-то тематические такие выпуски парламента,
парламентской газеты к каким-то событиям, которые будут происходить в Казани, например, WorldSkills, да, где будут и гости из-за рубежа. У нас есть практика, когда мы к каким-то крупным событиям, в которых участвуют парламентарии, депутаты и сенаторы, делаем двуязычные издания. Вот проходил в Петербурге Евразийский женский форум, на который приехало количество огромных делегатов из разных стран. Мы сделали спецвыпуск парламентской газеты на русском и английском языке. Возможно, такая практика у нас будет и в Казани. Русский, татарский, английский. Да? Но это пока еще на стадии обсуждения. Вот. Спасибо. Чувствуете, да, дискуссия могла бы еще дальше развиваться и достаточно не безинтересно, и вполне даже себе остро. Но все-таки так случилось, да, что нам приходится завершать. Поэтому особые слова благодарности вам. И, пользуясь случаем, еще раз то, с чего начинал сегодня разговор, и вас, и всех присутствующих здесь коллег поздравляю с предстоящим нашим профессиональным. Все-таки хорошо, пусть их будет побольше профессиональных праздников. Это же повод каждый раз встретиться, поговорить, и не только. Поэтому с наступающим всех праздником, и спасибо вам. Подборно.